Тебе какие шляпы больше нравятся, белая или черная? Именно так я одевал персонажей, когда играл в GTA. А что это будет? Обдолбыши, я хочу трансгендер. Не было! Я набухаюсь даже. Я тебя нанюхаю. Это V-Battle. Yeah. Это V-Battle. Что, уже записываем? Говорит, да? Ништяк! Бали – самый известный остров-курорт в Индонезии. Он находится так далеко, что ближайшая соседка к нему – это уже Австралия. Это что, интро «Орла и Решки»? Кто эту херню сплагиатил? Короче, я сам все разрулю. Здравствуй, мой дорогой зритель. Ты наверняка думаешь, какого хрена меня занесло на Бали? Кстати, как правильно, Бали или Бали? Это не важно. Слушай внимательно. За полторашку крафтового пиваса меня подписали на новый проект. Вести его будут Азиза, Лысый из Брейзера и, разумеется, я. Так что привыкай к моему ангельскому голосу, старичок. А теперь к сути. Бали. 10 артистов. Каждому 100 баксов бюджета. 12 часов на съемке и 2 раба в помощь. До сих пор не понимаю, что будет происходить в ближайший час. Лучшие представители нашей эстрады должны будут срежиссировать собственный клип с бюджетом 100 зеленых и презентовать его тебе. В конце нашего маленького шоу именно ты выберешь победителя, который получит 2,5 миллиона рублей на съемку своего клипа. И главное, в конце этого выпуска ты увидишь премьеру нового клипа нашего участника. А еще тебя ждет нехеровый конкурс. Не лоханись, дружок, и досмотри до конца. В общем, добро пожаловать на V-Battle. Ай, затащи еще Фьючанский. Саня, погнали! Всем привет, с вами снова V-Battle. Это Саша, ресторатор, он очень хороший ведущий, алкаш, правда, но с ним весело. Я Айза, я красивая, Саша, я красивая. Очень красивая, Айза, очень красивая. Меня зовут Жанна Агузарова. Жанна Митя Агузарова. Митя Фомин не нуждается в представлении. Эскобар в поп-музыке и просто попка. Участник группы Hi-Fi известен по песне «Я как ветер». Митя любитель парадов, но не 9 мая, а также любитель снега, но не зимой. Доброе утро, товарищи. Когда приехал, Митя, сразу? Вчера прилетел утром, прям во всеоружии, прям утром, солнце, рассвет, увидел вулкан из иллюминатора, сразу же влюбился, все было в облаках, в общем, очень-очень-очень красиво. Ты первый раз на Бали? Нет, я был уже на Бали. Был, да? Да. Жарко тебе? Слушай, мне не сколько жарко, сколько мне трепетно. Mm-hmm. Знаешь почему? Потому что хочется, чтобы получилось все как-то вот не как у всех. Чтобы это было необычно, чтобы это было неожиданно, не по-балийски. Чтобы это было не какие-то красоты и я. Я и красоту, да. А что, чтобы это было как-то по-другому, вот так, наверное. Знаешь, Митя, так как мы все выросли в твоих песнях, так вы еще растете, товарищи. Подождите, вы еще не выросли. Нет, мы уже выросли, Митя, ты нас постарел вообще. Мы знаем, что ты способен показать этот остров совершенно в другом свете. Надеюсь, ты его не это. Я его не еще... Не осквернишь. Ну, как тебе сказать? Ты понимаешь, для того, чтобы сделать приятно, ведь надо же войти. Да, Саша, надо войти. Ага. Вопрос следующий. Вот я и пришел. Мы вчера приготовили конкурсы, купили конфеты, какие вина конфеты? Взяли, пришли к тебе знакомиться, а ты нам отказал. Как так вышло? Было. Потому что меня не было. Подождите, это что такое? Я что-то это вообще не помню. Я не мог спать в это время, потому что я всегда иду на запах конфеты. Ты же понимаешь, что ты не мог прийти просто с конфетами, Саш. Я понимаю, что это были специальные какие-то конфеты. Это были карамельки, сосучки, да. Да, сосучки были в прошлом, понимаешь? Знал, я уже заманить. Не сосу, Сань. Ай, чертовщина. Я сосу. Я уже рассасываю. Остатки. Поэтому вот ты в следующий раз приходи с чем-нибудь другим, я открою тебе дверь сразу же. Нас много было. Ребят, открой всем открой. И нам вчера пришлось петь шансон до двух ночи рядом с тобой на той же вилле. Это мешало тебе спать? Думаю, кто мне, сука, спать не давал? Какая тварь, а? Все там, и «Черный лебедь на пруду», и «Владимирский централ». Было? Весь репертуар Успенской, Шуфутинского, Новикова спели, ребят. Не, ну пели хорошо, кстати, очень круто. Я на самом деле, знаешь, завтра мы споем вместе. Вот это поворот. Ну что-нибудь из моего репертуара, ладно?
Я твой репертуар. Я распечатаю партитурки, распечатаю текст, аккордики. У меня есть гитара. Партитурок вызовем туда, правильно, к бассейну. У меня совершенно верно. У меня, причем, знаешь, абсолютно разного пола желательно. Здесь можно найти все это Бали. Слава Богу. Чудесное место. Здесь есть абсолютно все готовые любить и любить даже за бесплатно. Да, Саш? Я тебя люблю за деньги. Я тоже люблю за деньги. И я люблю за деньги. О, ребята, мы прекрасная компания. Только умоляю. Ребята, умоляю, только не продешевим. Ладно, хорошо. Дорого, это значит качественно. Конечно. И отрабатываем хорошо. Работаем прямо как в последний раз, ладно? Вот так тебе и придется сейчас работать, Митя, как в последний раз. Я знаю, я поэтому сюда приехал. Я хочу рыть землю носом, понимаете? Я хочу бить копытом о землю. У меня просто когти уже хочется куда-то вонзить этим. Ну, ты вонзишь когтями в одного из нашего оператора. Да. Глаз Фомина упал на сладенького серфера Олежу. Так. Олег, уин. Мы тебе даем $100. Уже бабки пошли. Боже, ребят, да. Ну это же прекрасное начало дня. Да. Мы даем тебе $100. Да. И аккуратно, ты... аккуратно. Подожди, с 2000 года такие деньги не видел. Да, аккуратно, аккуратно. И ты должен снять клип. Такой, который понравится нашим зрителям. А там уже речь пойдет про 2,5 миллиона рублей. Вот это уже интересно. На съемке следующего клипа. На съемке собственного клипа мечты. То есть смотри, условия такие. Мы даем тебе бомбилу, мы даем тебе съемочную команду и $100. Все. Дальше ты делаешь все сам. Но тебе помогут. Нет. Нет, да? Согласен? На! Понимаете, я только что дала Мите Фомину $100! Айза дала Мите Фомину. Шок, сенсация, бум. Так, ребятушки, ну смотри, ладно. Разворачиваем конверт. Ребят, а ведь это вранье. Блять, нихуя же нету, вы понимаете? Вот это, знаете, ребят, меня просто шоу-бизнес научил следующим, что без предоплаты, блядь, жопу не поднимать. Вообще. Меня тоже? Не поднимать. Поэтому, ребят, дело не пойдет, я сижу дальше, жду деньги. Бабок. Местными. А, местными, так это еще лучше. А так или иначе придется менять, они валюту не принимают. А, ну круто, так, ну-ка давайте. Тогда поднимай жопу, деньги-то вот они где. Теперь я поднимаю не только жопу, ребят. Но и уровень шоу-бизнеса. Я хотел сказать другое, но, знаете, нас смотрят дети как-никак. Все-таки утренняя программа, понимаете, интернет, все дела. Так, ребят, значит, вы меня отслюнявили, я так понимаю, ну-ка... Расскажем там не больше $20, на самом деле. Расскажем чуть-чуть о том, что в Индонезии в ходу рупии. Да. Курс $1 примерно... 14 тысяч. 14 тысяч рупий. 14 тысяч рупий. Ну, вы знаете, слава богу, Россия далека от этой инфляции. Да? Так, ну-ка, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Миллиончик. Да. Уже можно жить. Все, $100. А, это миллион. Вон счет 400 и $100. А, 400, подожди, раз, два, три. Вот, 3, 500, да. Ну, чуть-чуть, конечно, на трюндель меня наебали. Теперь, Митя, прямо сейчас ты едешь на встречу с человеком, который будет твоим проводником, собакой-поводырем на этом острове. С кем вы решите, на каких локациях вы будете снимать клип, а также пообщайтесь с оператором. Хорошо, я готов, товарищи. Удачи. Вперед! Его пострадал. Меня можно не целовать. Я нежненький. Тебя позже, Саша. Извини. Сразу с угроз. Начали съемки. Не подходи сзади. Что? Что? О! Опасно! Опасно! Весело, весело, интересно. И то, чего не хватало Вибатлу. Вот этого искрометного юмора, этого безумия. Вот я считаю, что это круто. Я испугался сразу, когда Митя сказал, что еще из иллюминатора увидел кратер моего вулкана. Я сразу... Я понял, каждое что утро него... просыпаюсь и вижу твой кратер, который перегаром от него несет из всех щелей твоего кратера. За что ты так со мной? Я тебя люблю. Я не впервые на Бали, и мне это остров. Ну, как бы, я не могу сказать, что хорошо, но он мне знаком, да. Я понимаю, куда я ехал. Рядом жиган, хулиган. И чё, копай, наши двери. Именно так я одевал персонажей, когда играл в GTA. А что там в GTA? Я вообще не играю.
рэпка. Я не знаю, что это. Так это же это настолько старая, как твоя музыка. Митя, его новый друг и куратор и помощница с острова должны обсудить предстоящий клип. Я уже на нашей первой встрече сказал, что у меня идея готова. Почему? Потому что, учитывая, что за моей спиной снято немало клипов самостоятельно, я знаю, что всегда важна идея. Я вообще не хочу снимать ни пейзажей, там, никаких, ни морей, ни океанов, ни берега, ни деревьев, ничего такого. Я хочу снимать ночную Бали, я хочу снимать вечеринку в клубе. Никакого реквизита, никаких специальных дополнительных функций, вообще никаких специальных людей. И снимать, как люди просто отрываются, как? И довести это вообще до полного абсурда, чтобы происходило вообще все, что только происходит на настоящих вечеринках. Это будет Бали по-русски, наверное, да? Если сделать чуть-чуть по-тайски. Это как? Чуть-чуть добавить трэша. Например. Вот, я хочу, да? Чтобы вы пришли. Давай ты будешь сосаться с индонезом. Блять, они мне не нравятся. Я не хочу. Да ради кадра, это ты круто. Не хочешь? Я поснимаю это с удовольствием просто. Я хочу в компанию взять Сашу. Если Саша мне составит компанию? Составит, конечно. Составит, да? Да, мы договоримся. Я хочу тусовчиков, обдолбышей, я хочу трансгендеров, я хочу, не знаю, там, тёлочек красивых. Давай замутим, что, у нас есть время чуть-чуть на подготовку и будем снимать. Так, ну слушай, ну, я насколько был уверен в том, что здесь окажется наш какой-то помощник, да, который расскажет, что можно делать, куда можно ходить, куда не ходить. Где она? Ее не будет? Ее не будет, потому что она запросила кругленькую сумму за встречу с тобой. Помощница с острова в самый последний момент затребовала 50 тысяч рублей за свое участие и отказалась помогать Мите бесплатно. Но это Олимпия, этот старый добрый карлик, которая хотела собрать денежки на костыли, блядь, на огромные ходули. Я не знал, что она зарядила денег за встречу со мной. Обычно я беру. О чем сейчас? Про нашего участника, который был бы мне вспомогательным звеном в наших съемках. Но я узнал, ребят, о том, что забудем она... Забудем про деньги. Обычно Митя берет, все, решено. А тут она... Это не по правилам нашего шоу, во-вторых, не по нашим с тобой правилам. У нас... Чтобы мы давали, блядь, из каких пор, где ты видел, блядь? Бабе, чтобы мы бабе давали. Да, слушайте, я вообще считаю, что это конечно, не профессионально, и это не по-человечески. Все-таки, когда проект, который на руках, на коленях буквально делается, понимаешь, когда мне дали всего ничего, где все эти деньги, мне дали всего ничего 100 этих долларов, понимаете, надо даже уже, блядь, кокосы не купить, блядь, на эти деньги, грамм. Понимаете, она заряжает пятюнь, блядь, полтинник за встречу со мной, блядь. Но хуёво, блядь, я прожил тогда жизнь, понимаешь, да. Чтобы со мной встречались за бабки. Блядь, Саша, ты, блядь, все, я не буду в этом снимать. Ехай нахуй! Ехай нахуй! Я приглашаю тебя в мою пипиту. Пипита – сеть местных ашанов на Бали. Ну или азбука вкуса, короче. Будет. You have such a beautiful dress. Just amazing. Amazing dress. Так, и снова рубрика «Еда от ресторатора» и «Митя Фомина». Интересно, о чем могут говорить два взрослых красивых мужика? Хотел было заманить Митю маленьким перчиком, но Митьку ты не проведешь. Нужен перчик побольше. Да, спреса уже один заглотил. Садись, я тебя покупаю. Вот это, кстати, очень вкусный суп, который называется суп дракон. Люблю. Любишь подраконить? Подраконить. Как Саня прекрасен, как сон глубока. Я был очень удивлен, когда Митя пел песню «В меня ты войдешь, больше лучше себе не найдешь». Интересно, откуда у Мити столько энергии? Расскажи-ка мне, старина, что за батарейки у тебя в воровском кармане? Я
Я прилетел со своей командой, я прилетел со своим звукорежиссером, самый известный башкирский диджей Рифателло. Я подумал о том, что шмель, в общем-то, как бы является украшением любой компании в прямом, в переносном смысле. Юра Шмель! The battle is on now! Такого никого еще не было. Все, давайте, ребят, кто играет, тот пидорас. Согласен. Саня, дружище, а почему ты не стал пить? Нам нужны красивые девочки. И мальчики. Нам с Сашей уже это не очень интересно. Мы успели узнать друг друга чуть получше, чем ну, как бы... Не было! А походу Саня все-таки нащупал Митину Пипиту. Что было, Санек, рассказывай-ка. Ну что, друзья, сегодня вторник, а значит, день удивительных фактов. Например, Митя Фомин никогда не получал вилкой в глаз. Блять, слава богу. Нам нужно достучаться до людей, которые обитают здесь. Пригласить всех на съемки клипа, на концерт и на танцевальный батл. Тут действительно волшебно, тут свободно, тут комфортно, тут свободно. Охуительно. Но мне оператор говорит, да скажи, просто охуительно и все. И, в общем-то, все твои эпитеты, которые ты вспоминаешь из классического русского языка, будут крыты. Просто крыты. Охуенно значит охуенно. Ну ты педик! Препродакшн продолжается. У пацанов тяжелейшие условия работы, как вы видите. Ну что, мне сказать, что ты меня ждешь? Делай пролет. Нам нужно все-таки найти народ и пригласить их на съемку клипа. Нам нужна локация, время. Ну что, нас ждут великие дела, товарищи. Едем договариваться... Тузовкой! Помню твои губы! Деревенок! Митины ребята! Апокалипсис любви! Митя объясняет владельцу заведения, что тут будет пати, и Дмитрий намерен разъебать это место. Но хозяину пох. Говорит, не победит доски для серфа. Can we put on the balcony? So the office is there, our office is there. So, you know, like, I would say 10. 10, okay. Ребята, всем привет. В рамках громкого проекта V-Battle снимается мое новое видео. Меня зовут Митя Фомин. На мой новый трек. Пожалуйста, приходите, у нас будет крутейшая вечеринка. И это обещает Саша Ресторатор. Ну, девчонки, я ему... тоже приходите, я там буду. В общем, кто не пришел, тот кто? Фомин. Вот пидорас. Я идиоты. Здесь не случайно, почему? Потому что остров слышит мои молитвы и... Считается, что это остров, который сводит людей, которые приносят удачу. И более того, соцсети тоже приносят неоценимый вклад в наши съемки. Мы нашли одно очень красивое средство передвижения по воде. Это вот этот вот катамаран, который будет рассекать волны. И его владелец Дмитрий, который любезно согласился. Дима, привет! Привет, привет! Митя притащил ребят в порт. Будет снимать свой клип на яхте. А сам только вчера говорил, что не хочет снимать никакие моря, океаны. Митя, что за нах? В инстаграме и сразу же откликнулся. Круто. Думаю, почему бы не сделать очень хороший клип для вас? Прекрасно. Чтобы все было у вас хорошо. Да, спасибо, спасибо, Дима. Но я тогда зову съемочную команду, и мы приступаем к съемкам. Пожалуйста, ваш капитан. Круто. Ваш капитан на сегодня. Captain, hi, how are you? Hey, I'm Dmitry, you? Стивен. Yeah. Captain Стивен. Как стильно. Так, короче, мы находимся на... На моей яхте. Выглядишь как шмара. Как всегда. Это мой обычный внешний вид. А ты выглядишь как обкончик. Это необычно. Предлагаю просто сделать один-два дубля, облететь всю яхту на коптере и на статиками. Я спою синхроны, и потом сниму все себя и прыгну. Ну, про Айзу я могу сказать, что всегда
всегда дипломатично, всегда по-восточному тактично, всегда на стиле. Ну что ты, блядь, снимаешь? И ты, блядь, снимаешь. Приятный собеседник. Я, блядь, ползаю. Я, блядь, старушке напекло, ищет свою тень. Держись, Азиза. Я что-то не уверена, что мы сможем тут долго пробыть, потому что есть у нас в команде слабое звено, и я вхожу в это число. Сука, тошнит. Нас трясет на нашей бригантине. Мить, тебя главное, чтобы не тошнило. Хотя если тебя будет тошнить флип, это будет тупо. Что, давай ложись вот туда на край. Вы затылок касался прям самого края. Giving raps, motherfuckers really wanted a ball, but I'm a loose cannon when I spark pains, and I come back. Everybody call the times, but I'm the motherfucking manic second. I don't really give a fuck, but you lead the weapon. Let's go. Саня, что у тебя на лице, Дим? Не твои проделки? Знаете, очень волнительно это все. Море волнуется, яхта волнуется. Митя где-то рядом, и я тоже начинаю волноваться, потому что назад дороги нет. А у него есть дорога. А, это не мой. Не переживай, Санек, все нормально. Митя сзади. Надо отдать должное. Дима очень уважителен к своим актерам и операторам. Музыку включает только у себя в наушниках. Кто не понял, это чтобы не заебывать окружающих своим сраным треком. Сразу видно, Митя профессионал. Это очень неудобно работать с такой потому что, блядь, никто не ставит трек. Митя третий час подряд танцует на открытом солнце и чувствует себя превосходно. Откуда столько энергии, братан? Дорогие друзья, ну как мы видим, Митю до сих пор не отпустили его батареечки из воровского кармана. И ему вообще без разницы, есть музыка, нет музыки. Главное, в его ушах играет та самая love music. Пиздец, короче, под музыку, без музыки дергаться, это просто охуеть. Ребят, невозможно работать в такой ситуации, когда, блядь, элементарно нету, блядь, колонки, сука. Митя требует остановить лодку. Он срочно хочет сойти в воду. Стивен, can we stop? Yes. Can we stop? Yeah. Yeah. Okay. We want to shoot when. Опять этот нанюханный белый дьявол. Эй, вода там. Служу отечеству. Надо сделать еще дубль, и я тогда прыгну. Отличная вода. Саша, он несколько более едок. Если еще Марианскую впадину, блин. Марианская впадина твоя вагина. Ванутый. Покажи, обзавись его. Ну, блядь, у меня надо рейтинг. Рейтинг, мне надо. Блядь, Юра, ты не понимаешь. Митя, готов? Гоу. Митя показывает, что он не только певец, но и охуенный дайвер. Дим, молодец, столкнулся. Молодец. Заебатого. О, Митя показывает золотой дождь. Что ты творишь, шалун? С девочками обращаются по-другому. Стивен, thank you very much. Yes, that was it. Закончили снимать на яхте. Старина кайфовал как следует. Это было очень круто. Мы сейчас едем снимать основное действие. Мы приехали в кафешку, в которой мы уже до этого были. И что бы вы думали? Одни русские. Опять чертовы русские. Я из великолепного Санкт-Петербурга свалил от них подальше, а они продолжают меня преследовать. Вы участвуете в громком интернет-проекте, он называется V-Battle Show. Вы сегодня окажетесь участниками съемок этого клипа. По сюжету клипа в кафе должно было быть максимальное уныние и дерьмовые певцы. Но тут появляется Дмитрий Анатольевич Фомин в белом порошке и спасает всех своей чудесной музыкой. Собираем оборудование, выставляем свет, люди подтягиваются. Скоро будет огромная туса, погнали.
Прошу обратить внимание, происходит максимальная дичь. С глазами красными, да и хуй с ними, ходим опасно. А вот он, старый добрый старина Скриптонит, зажигает под свой новый трек. Сука, обломал Скриптонита, не дал дочитать новый трек. Ну что это за человек, блядь? Грусть вселенская у всех в глазах. На примере Мити мы видим, как действует хороший балийский кокос. Сейчас взяли небольшую паузу, потому что Митя промок и, наверное, от своих же песен, от своего сладенького голоса. Вот, и сейчас он хочет разыграть $100 и отдать их тому, кто будет лучше в танцевальном батле. Батле, серьезно. Такие ребята уже организовывали батлы, и это к хорошему не перевело. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну и вот, я подумал о том, что эти $100 я должен подарить тому, кто как-то себя проявит. И пришла идея с танцевальным квестом, и, в общем, она, мне кажется, с успехом была реализована. Что сказать, прокомментируйте эту дичь, которая происходит. Пиздец, подошел ко мне оператор, блядь, потрогал меня, я в ахуе просто. Компания собралась, все в одной комнатке, все ожидают чуда, никто не знает, когда именно пустят газ. Монтажер, а будьте добры, добавьте нам эффект снега на Митю. Устроили какую-то вакханалию. Митя, зачем ты залил педалборд? Аппаратура, ребята, аккуратно, пожалуйста. My stuff is here, man. Вам пиздец, вы охуели все. Браво! Владелец в шоке от такого. Какой кипиш устроил Митя? Распугал всех петухов в деревне. Поэтому он закрывается и просит покинуть заведение нах. Что мы и сделали. Мальчишка справился. Ну как мальчишка? 45 лет, пацан. Вот. И вначале мне казалось, что все-таки Митя for me, а оказалось, что Митя for us. Расскажи нам, каково это было? Я смотрю, ты прям... Ну я прям отдался, как ты видишь. Слушай, ну я честно говоря, не ожидался сам, что... Каково это отдаться такой большой толпе? Это всегда удовольствие. Если ты делаешь это честно, если ты делаешь это... По-настоящему тебе люди вторят, да, дают вдвойне, втройне больше. Это всегда приятно. Тебе кайфово? Открыто. Мне очень кайфово. Бабки разыграл? Ну, Дарита, иди сюда. Ну, Дарита, да. Это деньги твои. А мне есть. Я их... Потому что ты их заработала. Съемки закончены, но вечеринка продолжается. Ребята, браво, спасибо. Сыпцы волосы, да? Мить. Да. Когда я вижу тебя, я хочу есть сладкое. Ну, ты это и делаешь в данный момент. Но могла бы, например, облизывать меня, а не мороженое. Мне кажется, все любят внимание, все любят, чтобы их облизывали. Вот он, например, не любит, когда его облизывают. У него какая-то фобия к облизываниям, да? Нет, там просто облизывание более объемное должно быть. А мы по делу. Ну, поприветствую, привет. Он, этот я. Мы снова встретились в нашем логове, да, таком? Да, ты снова берлоге, набрала беляшей своих вот этих. Я не представляю свою жизнь без сахара. Угу. Да, и вот поэтому я работаю с тобой, и поэтому у нас сегодня снова в гостях Митя. Самый привет. Сладкий из всех участников этого шоу. А что, меня пробовали, что ли? Пробовали, конечно. Мы очень сблизились на яхте, да? Но тебя не было на основной съемке, а там была жесть. Угу. Было? Было? Нет. Но... Ты был неотразимее всех. Я был неотразимее всех. В белом костюме, да. В белой шляпе. Тебе какие шляпы больше нравятся, белая или черная? Ты знаешь, я дорогие. О-о-о, мне тоже нравится. Приехала девочка, которая все-таки выиграла эти $100, все потому, что она прям готовилась, жонглировала так и сяк, и наперекосяк. Потом она достала хлыст.
со светодиод, со светодиодными нитями. Да? Я хотел, чтобы не отстегало мне по одному месту. Я говорю, yeah, baby, come on, I like it, like it, like it. Вот. Но дело в том, что хлыст был большой, жопа моя была вдалеке, она не попала ни по одному полужопию. Вот. Но тем не менее, так филигранно, так красиво делала все это, что я, ты знаешь, я даже не раздумывая, я отдал ей эти $100, и мы закончили клип. Возмущались, знаешь что, возмущались хозяева заведения, причем они сначала сказали, пожалуйста, конечно, приходите, потому что нам это важно, что вы снимали клип, но когда мы залезли на антресоль, когда мы встали на барную стойку, на столы, на балкон, на лестницу, и просто заведение зашаталось. А сколько аппаратуры погибло во время этого? Ты знаешь, Айзочка, мне кажется... Обрызги воды на вот эти вот всякие педальки... На педальке особенно. Дело в том, что пытался... Кстати, про педальки. Тебе понравилось работать с Олегом? Конечно. Я его упрашиваю, ты знаешь, я его упрашиваю начать монтировать мой клип первым, потому что, может, знаешь, он не может просто упасть. А я не хочу, чтобы он на полшестого. Да он молодой, он не упадет. А надо, чтобы, понимаешь, чтобы... Сколько тебе, Олежек? 23 года, какой там упасть? Там-то все стоит, да стоит, слава и стоять Богу, будет долго. Слава Богу, пусть дымится, понимаешь? Потому что надо, чтобы у человека на свою работу всегда вставал. Понятно, иначе, Саша? Иначе это не профессионал. Тем более на мой клип. В конце пришел хозяин и говорит, закрывайте свою лавочку, и благо мы все дубли уже сняли. И на последний дубль я всех раздевал, и мы прыгали в бассейн. Все настолько раскочегарились, когда оказались в бассейне, мы не заметили готовящегося гитариста к выступлению. Он там никому нахрен был не нужен, потому что все уже были просто... Митя снова затмил всех. Ну, я надеюсь. По-любому. И мы чуть не залили его комбик, он там бедный закрывал его своей грудью. Я говорю, чувак, нахуя здесь ты поставил свой комбик? Party is over. А что было потом, меня навели? Боже. Да я слышала кровь. Боже. Давай расскажи, нет, это самая важная часть. Ты потому что не помнишь. Я жалел, а я ходил. Но я пожалел о том, что вы не снимали там, ребята. Вы не снимали там, но учитывая, что у нас два оператора страшные зожники и комсомольцы в душе, кто понимаешь? Просто? Вот, и посмотри, они только синтетику жрут, говорят. И все, и больше ничего. Грибы и... Ну, нет, все натуральное, понимаешь? Там ничего натурального не было. Там что было на вилле, Митя? На вилле было. Куча пришло. У меня такое ощущение, что пришел весь этот, весь джамбаран. У нас здесь free of power. Без насилия тусовка обошлась? Мордобоя. Я не могу такого. Насилие было. Послушай, пришли какие-то местные красавицы, какие-то тусовщики. Был, знаешь, вот... Секс был? Ну, конечно, потом у кого-то был секс. Но у меня было свидание. Свидание? Да. И занервничал, смотри. Кто он, расскажи. Это будет следующий выпуск нашего с тобой диалога. Вот, мы с тобой об этом будем говорить на наш... Уже все было выпито, абсолютно все, что можно, разбито. Было... И уже, значит, просто силы... Иссякли, мне пришлось сначала выключить весь свет. Так, опачки, но и вот тут началось свидание. Нет, ты знаешь, что удивительно... Слепую, знаешь. Нет, удивительно другое, что людям отсутствие алкоголя, отсутствие музыки, отсутствие света не помешало просто вот находиться непонятно зачем. То есть они все такие, ну типа, и чё? Я говорю, блядь, все, нихуя, блядь, закончилась вечеринка, валите. Я такого никогда не говорю людям в лицо, при этом мы полчаса еще с теми, кто живет на вилле, с моими друзьями, мы еще думали, как же так деликатно сделать, чтобы, не обидеть людей. Надо меня позвать. Блядь, надо было. Мы не могли всех слить. Я сказал, так, вот ты нахуй, ты останься. Это было бы... Хорошо, это была какая-то безумная оргия или... Нет. Ну, тут просто наш доступ все... закрыт в Индонезии на порносайты. Поэтому... О, я, ты знаешь, я это уже понял. Ты знаешь то, что... Про наше шоу, наше скромное шоу, которое еще не вышло, но скоро все его увидят. А фотографию, которую ты выложил, лайкнул Николай Басков.
твою фотку. Естественно, он все мои фотографии лайкает. Все? Так, ну не все, но многие, мы друг друга лайкаем. То есть его сердечко уже твое. Оно, вы знаете, оно, кстати, дорогого стоит, потому что Коля, на самом деле, если захочет, он внесет свой вклад и в наше шоу тоже. Я скажу, когда Митя заехал в соседнюю виллу, я тоже не спал этим ночью. Я дежурил, не смыкал глаз, ни одного глаза не смыкал. У тебя очень красивый бра. Да. Вондер бра. Не Вондер, кстати. Не Вондер, да? Да, тканевый. Ну, просто бра. Я присутствовала, и Саша присутствовали на съемках, и мы вообще как бы очень энергичны, да, Саша, мы же энергичные. Но мы присели в какой-то момент, а этот человек, он не заканчивался. Он прыгал, надо еще дубль, конечно, я прыгну с этой яхты катамарана. И это причем оба вопроса, надо еще дубль, и сам себе отвечает, конечно. То есть уже все, яхта уже, все ушли. Не, я всех, реально всех... Так это называется профессионализм, Саша. 20 лет на сцене. Это не столько бухать и столько плясать, знаешь. Ну, я мало в последнее время мне пью. Кажется, но, это вот шутка не про Кровосток, но шило в жопе, да, просто. Абсолютно, человека. Абсолютно шило в жопе. Это про меня. Да, и я задалбливал операторов, потому что я. Вы знаете, если было еще. Если еще было. Ну, пусть знает, правда. Вы хотели, правда. И я на самом деле, если бы это был клип «За мои бабки», я бы заебал, я вам клянусь. То есть это был бы. Мы бы вставали просто засветло. И приезжали бы за полночь, но учитывая, что это общая команда, прекрасная команда людей, которые работают за результат, я понимал, что я не имею права так вот вынасиловать людей. Теперь я хочу сказать, я очень хочу, чтобы ты выиграл, чтобы Спасибо. Ты их заебал по полной. Он так всем говорит. Я всем обещал, что если мы выиграем этот драфт, этот приз... Да-да-да. Я устрою в Москве громкую вечеринку для всех. Я приду. Естественно. Я набухаюсь даже. Я тебя нанюхаю. Я, блядь, тебя нанюхаю. Это хорошо было. Митя, прямо сейчас мы посмотрим твой клип. Ура. Эксклюзивно для нас и для зрителей V Battle. Нажимай на play. Там play. У нас обычно вот тут play. Но он так всегда говорит. Я могу нажать, мне как бы не сложно. Штаны вот так и жопу покажи, да. И что все. Покажи жопу. Зависни, босс. Ну, блядь, у меня надо рейтинги. Рейтинги мне нужны, блядь, Юра, ты не понимаешь. She's the one I need in my life. Again. She's the one I need in my life again. She's gotta come back into my life. She's gotta keep staying up in life. All time, all time, all time. I feel so alive. Gonna help me through the night. Wild thoughts through my mind. Today play is gone and wild. You now make me better. We're gonna live forever. Let's both meet the sunrise. That sun is more surprise. Stay with me forever. As king and queen together. Just with you I wanna spend moments of my life. There's no other lady. I wanna call you baby. Just with you I wanna spend every second, every night. Глазами красными, да и хуй с ними. Ходим опасными тропами, боссами. Вчера была реанимация, сегодня кома. А завтра вряд ли будет по-другому.
so alive. It's gonna help me through the night. Wild thoughts through my mind. Today we play is gone and wild. You know, make me better. We're gonna live forever. Let's both meet the sunrise. That sun is more surprise. Stay with me forever. As king and queen together. Just with you I wanna spend moments of my life. There's no other lady. I wanna call you baby. Just with you I wanna spend every second, every night. Пока, Митя. Пока. Нет, Митя, не так. Я приеду в Москву, у меня есть твой номер телефона. Все, ну, хорошо. Ты как бы понимаешь, я тебя, да? жду. Да. Я понимаю всю ответственность. Спасибо огромное. Разрушу интригу, с вами был... ничего не будет. Неправда. Ты мало меня знаешь. Будь здоров. Спасибо, ребят. Походу, ты такой же заеба, как и я. Ну что, угроза миновала. Смотри, как могу. Я так не могу. Потому что я рядом. Слушай, ну, вот эти съемочные дни с Митей, они были клевыми. Да. Честно. Это... Вот... Нет, ты понял, что он профессионал? Ты понял, что он настоящий артист? Да. Он не скромничает, он знает, что делает, он знает, как сниматься, он знает, как работать с командой, он знает, что бы... Он 100 долларов отрабатывает. Абсолютно. Угу. Я причем вначале был настроен как-то очень скептически, я думал, что Митя будет просто включать... Да просто тебе рэп... Он будет включать звезду... Ты реально думал, что он будет включать звезду? Ну откуда я знаю? А он просто включил камеру и начал работать. Это было круто, да. Поэтому если вы хейтеры и Мити Фомина, скидывайте ваши адреса. Нет, даже не так. Я хочу, чтобы вы посмотрели сейчас, те, кто, именно не зрители, а те, кто начинает, да, вот сейчас быть звездами, вот эти вот, которые 15 минут назад только родились, а уже типа, вот учитесь от людей, 20 лет на сцене, человек не теряет голову, работает заебись. И выглядит моложе Айза. Ну нет, это уже ты пиздишь, ну реально пиздишь. Ну сиськи у него больше. Ну и чё? Ну и чё? И попка слаще. All that I see, yeah, I know you're a stars. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Старички, очередная серия V-Battle закончилась. Увидимся в следующей. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Ну и по классике, жмите на колокол и ставьте лайкосы. А теперь конкурс для зрителей. Посоветуйте в комментах для Мити нормальную клинику. Ну вы сами видели, нужно спасать старичка. Ну или хороший гей-клуб в Москве. Жара. Настоящий прорыв в российском телевидении. Жара. 50 миллионов телезрителей. Жара. Громкие новости шоу-бизнеса. Жара. Трендовые клипы и песни. Жара. Концерты в прямом эфире. Жара. Мы знаем о музыке все. Сделай громче. И смотри музыку 24 часа в сутки. Будь в тренде. Переключайся на жару. На жару.